Сергей из Киева спрашивает, а что плохого, если человек находится под властью Творца? Он теряет свою независимость, свою свободу, он не называется творением? Поэтому, когда человек находится на точке решения, именно в этой средней точке между праведником и грешником, когда не может решить. Это такой парадокс. Но именно здесь он больше всего нуждается в Творце, и Творец, по сути, дает ему это избавление.